Утро. Время 25 минут 8. Здесь вот собираются люди, кто в 8 часов запишется для поездки в водолечебницу. Очень много людей уже купается. Вот уже очень много народу. Это каждый за семью за свою приходит. Время без 20, но уже желающих очень много. Около 500 гостей сейчас в отеле, и только 38 человек может поехать. Так, желающим попасть на ванну, лучше приходить сюда в 7 часов. Я думаю, в 7 часов будет нормально. Какая красота! И вот здесь вся дорожка от стоянки автомобилей вот такая вот красивая. Прям вся. Так здорово. Ну, они не все успели еще сделать, но многое делается. Многое сделано. Вот здесь наш автобус. В 9:30 он повезет нас в водолечебницу. Ну, автобус до водолечебницы очень комфортабельный. 19 мест. 2 места свободно. Кто-то записался, но не пришел. Вот нас привезли. 547 номер. Ждет он час нас здесь. Через час выезжает. Открытый бассейн с подогревом. Перечень оказываемых услуг. Да. Идем. Медицинский центр, больной, лечебница. Ну все, идем. Кто первый раз подходит вот сюда, к доктору, и тут уже назначение. Кому не подходит сероводород, как нам сказали, просите замену. Бамбук, лавр, эвкалипт, инжир. Вот здесь вот ванны. Ванны очень целебные, все здесь. Это сероводород. Запах стоит. Ого-го. Так как у нас нету никаких вредных, опасных болезней, нам назначили сероводород. СВВ. Вот так вот. Вот здесь нас записывают, регистрируют, вводят в компьютерную базу. Очень милые люди. Очень милые люди. Нас даже провожают до девочек, медсестер, и говорят, кому как такая женщина, чудо. Спасибо. Огромное спасибо вам. Добрый день. О, как здесь здорово. Мы наверное, Лен, пойдем на инжир. Будем инжирными. Мы и так инжирные. Спасибо большое. О, как же здесь цивильно. Как же здесь здорово. Вообще. Так, мужчина. Да. Раздеваемся до плавок и проходим в ванну. А вот моя дорогая. Ой, моя дорогая. Вот после каждого посетителя ванну моют. Здесь все здорово, все на высшем уровне. Спасибо вам. Здесь подводный душ-массаж.
Людей нету? Людей нет. Вот. Такая вот ванна. Фирменная джакузи. О, какой замечательный здесь персонал. Такие приветливые. И главное, что специалисты, грамотные люди. Большое вам спасибо. Все чистенько, не бойтесь. Нету тут вообще никакой бактерии. Они от улыбок умирают. На ресепшене оплачиваете коктейль. И идете сюда, 100 рублей здесь. Коктейль. Лобби-бар. Там же душ Шарко, дальше бассейн. Мы стараемся, спасибо. А какие красавицы, две стоят. Ой, и третья там. Говорите, приезжайте к нам, это куда? В санаторий Барнаульский. Значит, там и водолечебница есть. У нас все, и водолечебница, и бассейн. У нас ветка-брат-центр. А питание трехразовое есть? Питание трехразовое. Есть. Все, будем иметь в виду. Ой, подписчики мои тоже захотят. Не, надо будет съездить, тоже да. Выложить. Ой, здесь у вас и кофе шикарный. А эспрессо сколько у вас стоит? А, 100 рублей, отлично. Лен, может эспрессо здесь возьмем сейчас? Ой, нет, давай коктейль, я дома там. Ладно. Уже ароматный. Ну прям видно яблочко. Самый убийственный душ. Если попали не туда, мужикам кана. Душ Шарко. И вот такой здесь бассейн. Ну бассейн шикарный. Шикарный бассейн. Можно взять, прям целый день здесь проводить. Рекомендую. Все, закончили процедуры, попили коктейльчика. Как тебе? Еще захотелось? Тем более бесплатно. Да вообще, что хочешь. Молодец. Так охота на море, конечно, время проводить. А вне сезон сюда приезжать и здесь прямо оставаться жить. Приезжаете. Вас такие рыбки встречают. Этот водолечебный медицинский центр. Водолечебный. Лечебница Амра. Вот какой здесь парк. Красота. Вон наш автобус ждет. Еще 5 минут и поедет. Но не все возвращаются. Многие здесь погулять хотят. Ой, какие эвкалипты. Ой, какие классные эвкалипты. Я их обожаю. Ну и сосны обожаю. И пальмы обожаю. Для чего я не обожаю? Вообще мы красоту любим. Да. Это железнодорожный вокзал. Да, ЖД вокзал. Ну мы когда-то сюда пока его еще обещают его сделать. И Сочи. Сюда приезжали, гуляли здесь. В 72-м, в 78-м году мы приезжали. Такой же стройный, как вот этот. О, вот этот кипарис. Кипарис, ага. Да. Да. 53 года назад был. Вот, сюда Нарт. Мы хотели, в Нарт. Говорят, хороший отель. Мы так посмотрели его на Ютубе. Вам выходили? А? Вам выходили? Нет. Нет. Да, вот. Амбра главный, да? Да, говорят, Грекова выкупил, восстановил. И тот, и другой. Сетинарович. Нет, нет, фамилия Четинаш. Это Сетинарович. А, тот же, который водолечебница, ну, где конечно, мы были. Ну, конечно, это главный отель. Кавказ, это все. Это все, это Сетинарович. Едем, едем, едем. Ой, какие балкончики интересные. О, море в Гаграх. Пальмы в Гаграх. Кто побывал, тот не забудет никогда. Такси. Колоннада. Гагры, колоннада. Черешня. Черешня по 5 поворотам. Вот.
прекрасный водитель. Он нам все рассказывает, показывает, объясняет. И вот сейчас Ога Грибша нас высадит. Вот Ога Грибша. Ага. Ой, спасибо вам большое.